спектр самых важных событий в жизни города и АвтоВАЗа в нашем выпуске. Здравствуйте, в эфире новости, а с вами Анастасия Семененко. И коротко о главных темах. Столетницы покорили чемпионат мира по баяну. Дуэт Антона Дорофеева и Николая Белоусова стали призерами чемпионата «Баян Микс». Но мы хотим еще больше, к минимум Евровидение. Тольяттинцы покорили чемпионат мира по баяну. Новоиспеченный дуэт «Русские перцы» обошли всех конкурентов и заняли первое место в одном из 8 категорий «Баян Микс». Это первая громкая победа для талантливой группы. С ним познакомился наш корреспондент Матанат Рагимова. Играют на нем почти всю жизнь. Баян, по мнению ребят, один из самых душевных музыкальных инструментов. Именно поэтому молодые и талантливые выпускники Тольяттинского музыкального колледжа отдали ему свое предпочтение. Антон Дорофеев и Николай Белоусов вместе представляют яркий и амбициозный дуэт «Русские перцы». У нас планы есть баян немножко выдвинуть на более высокий уровень. Он и так уже известен, но мы хотим еще больше. К минимум Евровидение. Этой осенью в совместном творчестве музыкантов произошел крутой скачок. Они, обойдя всех конкурентов, заняли первое место в одном из самых престижных конкурсов для баянистов «Трофей мира». Более 80 конкурсантов из 22 стран от Украины до Бразилии приняли участие в этом музыкальном чемпионате. Мы думали о выигрыше, но самое главное, это чтобы мы показали в тот момент, когда выступали, все, что мы можем. Был такой план. Если мы покажем все, что мы можем, значит, все будет хорошо. Помимо основных наград, ребята получили суперприз. Теперь их ожидает выступление на гала-концерте «Виват Баян», который состоится в Кремле осенью следующего года. Матанат Рагимова, Евгений Овчинников, служба информации ВАСТ-ТВ.